Он там гремит. Слышно? Почти успела гром снять. А это вот мой фотоаппарат. Дождь. Гроза. Тут был телефон, а тут фотоаппарат. Цвета более такие вот естественные, что ли. О, красота. Небо затянуло. Ну вот он как-то засветляет. Это аппарат странный вообще. Помещение затемняет, на природе засветляет. Так вот, если так все мокренько. А, что, пошел что ли? Что, минут 10? Мне кажется, еще будет. Небо-то вон. С той стороны вот тучек нету, а с той стороны вон тучка. Птички летают, птички летают. Пахнет вкусно. Во время грозы вкусно пахнет. Чего радуги-то нету? Вон там уже, вон. Вон там уже просветлило в тучу. Что-то быстро пошел. Гремит еще. На реке что-то гремит. Ну, в общем, что-то быстро кончился. Гроза на раз. И все. Поэтому гроза прикольная. Так, ух, налетела, погремела и быстро ушла. А мелкий дождик может, ну, целый день. Гроза прикольная. Экспрессия. Вот мне все гром не удается заснять. Где-то вдалеке гремит. Вон там краны, значит, вижу. О, фотоаппарат же можно приближать. О, кран. Сейчас кран придет. Красота. В общем, дождь почти прошел. Ну так, мелкий какой.